Тысячи и тысячи имен написаны на кирпичах, из которого строится наш кафедральный собор. Стены алтаря, куда прилетела ракета, уже подняты на 4, на 6 метров. Толщина 1 метр, 1,20 метра. И все это благодаря вам. Кто желает, кто хочет еще успеть это все сделать, пожалуйста, звоните нашему отцу Алексею, поучаствуйте в историческом созидании нашего собора. Но ролик немножко про другое. Завтра в 10, в 11 часов утра должны привезти оставшуюся медь 800 квадратных метров для того, чтобы накрыть этот участок, куда прилетела ракета. 483 тысячи гривен надо завтра оплатить. И я вас очень прошу, это финальная часть по меди на наш собор. Я очень прошу вас, помогите, пожалуйста, чтобы я завтра было чем оплатить. Очень прошу вас, поделитесь видео, поделитесь информацией, кто имеет желание. Пожалуйста, примите участие, чтобы я завтра оплатил, потому что мы едем в командировку на 5 дней на Бессарабию. Я как раз подгонял к этому, чтобы все успеть. Поэтому надеюсь, что вы не оставите, и мы закупим последнюю медь, будем ждать поднятия стен, арки, доски, я надеюсь, дядя Саша нам поможет, и будем крыть медь и полностью закроем наш Спасо-Преображенский кафедральный собор от этого ужаса, от этой дырки, куда залетают птицы, пыль, грязь и все остальное. С вами был Жизнерадостный Дняк, Христос воскресе, вы все воскресе, доброе утро, и надеюсь, что вы поможете мне до завтра решить этот вопрос.